перехвате. Ну, смотрите, почти без середины играют. Удар какой! И Галешник забивает Аякс. Прекрасный Хаким Зиеш. Вот это гол! Вот это ударище у марокканца. Хватаются за головы болельщики Аякса. Их порядка 2000 прибыло в Испанию болеть за свою команду. Ну и удар просто фантастически наносит Хаким Зиеш. И это ошибка, безусловно, Еспера Силисона. Хорошая атака.